музыка композитора, который повлиял и на мое творчество, и был одним из моих учителей. Это профессор Татьяна Георгиевна Смирнова. Причем этот профессор, композитор, замечательный композитор, можно сказать, познакомил меня с музыкой в какой-то мере. Потому что первые концерты, которые я посещал, когда был маленьким, это вот ее «Воскресные вечера», кто был, может быть, из присутствующих, повлиял на меня очень положительно. И, собственно говоря, я стал музыкантом благодаря отчасти и тому, что она делала. И как символизм от учителя к ученику, сейчас выступит мой студент из колледжа имени Шнитке, очень талантливый молодой саксофонист. И сыграет он, что он сыграет, объявит Николай. Я уже объявлю, да, потому что... Да. Я на самом деле... Я не готовился к тому, что Иван будет сейчас что-то говорить, потому что я вообще-то... Сбил тебя. Нет, не то, что... Нет, ты не то, что сбил меня, но ты просто озвучил ту мысль, о которой я не думал, и это на самом деле интересно, потому что у нас на самом деле тут получается такой интересный дуэт в этом отношении, потому что про себя я могу сказать точно так же, что Татьяна Георгиевна Смирнова была и моим учителем, я 5 лет в течение того времени, как учился здесь в консерватории сам, как пианист, я имел огромное удовольствие и честь быть ее студентом в классе концертмейстерского мастерства, поэтому вообще влияние ее очень сильно, очень яркое было на меня, и я могу сказать, что музыка этого человека прекрасного, на самом деле, удивительно светлого, удивительно влюбленного в искусство на протяжении всей своей жизни человека заражало, и оно, эта любовь, это чувство всегда она через все свои сочинения проносит неизменно. И, честно говоря, то количество музыки, которое она написала, по-настоящему поразительно, потому что это просто творческая энергия этого человека была колоссальна. И, к большому сожалению, ее уже нет с нами, она скончалась прошлым летом, это было личным ударом и для меня тоже. Вот. Сегодня мы начнем ту часть концерта, которая посвящена ее творчеству, с ее сюиты для саксофона и фортепиано, посвященной, кстати говоря, Ивану Дыме. Мы сыграем ее вместе с Артемом Никаноровым, студентом Ивана из колледжа при Институте музыки имени Альфреда Шнитке. Сюита называется «Блумшорах». Это такое небольшое местечко близ Ужгорода, что находится в районе. Сюита состоит из 7 небольших миниатюр. Итак, Татьяна Смирнова, сюита для саксофона и фортепиано «Блумшорах». Исполняют Артем Никаноров и Николай Курбин.